Доброго времени суток, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Гудмен, и сегодня мы начнем проходить четвертую часть серии «Мост в другой мир», которая называется «Побег из страны Оз». Итак, давайте, наверное, как обычно, посмотрим, что у нас есть тут за ачивки. Возможные ачивки. Ну, вроде бы, студия Foreign Games всегда делала интересные достижения. Вот они, кстати. Так. Волшебные очки, монологи без пропусков, башмачки. Татошка. Ой, друзья, я... Вот эти, которые без таких вот значков трех, я не буду смотреть. Это спойлер, скорее всего, будет. Что-то касательно сюжета, мне так кажется. 10 предметов, первая монета. Надо монеты какие-то искать. Сцена поиска. Мини-игра. Еще одна мини-игра. Видео. В общем, ну вы знаете, ничего такого тут, в принципе, сверхоригинального нету, но в то же время требует выполнить все условия, найти все коллекционные предметы. Так, а тут что? Ага. Ну, я, друзья, думаю, вы все, наверное, знакомы вообще с произведением, если не Баума, удивительный волшебник из страны Оз, но я думаю, вы многие о нем слышали, то... По крайней мере, как и я, читали, возможно, Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Там не одна книга, и, вы знаете, я несколько раз в детстве перечитывал эти произведения, и очень-очень они мне нравились. Так что Элли, Татошка, мне не самые чужие персонажи, наверное. Ну что, давайте, наверное, начнем. Но, как обычно, оценка на сайте Big Fish. Вы знаете, мне очень нравится такой момент, что студия Foreign Games не опускается ниже какой-то определенной планки. По крайней мере, игроки их очень здорово оценивают. Вот у данной игрушки оценка 4,2. Напомню, четвертая часть и еще серия ни разу не опускалась ниже 4 баллов. На удивление, вторая часть была ниже, чем четвертая. Так что, друзья, меня это определенно радует. Ну что, вперед! Игра. Так, мы с вами в последнее время зачастили со сложными режимами. Я, в принципе, не буду от этого отказываться. Как-то вот подсказка нам вообще не надо. Нет активных предметов. Это как понять? Нет искр. Давайте сделаем, как обычно, свой. Подсказки нам вообще не надо. Активные предметы в инвентаре. Я не знаю, что это убирать, не уберу. Искры я оставлю только на сценах поиска, потому что они могут появляться в самых неожиданных местах. Курсор пусть, друзья, меняется, потому что так мы можем с вами до посинения играть и в итоге ничего не найдем. Ну а в активных зонах полезный текст уберем. Будем сами импровизировать с предметами и догадываться. Задачи указаны на карте. Карты мы вообще не пользуемся, обучение тоже нам вообще не надо. Вот как-то так, фактически, в принципе, я считаю, что это трудный режим, ну, очень близок к этому. Так что, вперед. Bye, kids. Don't be late for school. Bye. Toto, go back to napping. Good morning, Kansas. Rise and shine. Today's forecast promises sunny skies. The yellow brick will just be good. If this is all just a game for pride, how will I know? Is that a tornado? Toto, come here quick! My house, it's covered in snow. Where am I? Итак, друзья, да,
Ну, естественно, это не полное изложение любимой сказки, наверное. What a nightmare. I'm glad the kids already left for school. I hope they're all right. Everything happened so fast. I remember grabbing Toto. Toto, where is he? Так, тут есть монета. Еще одна. А, любопытно. То есть мы ищем только монеты, получается. Ох ты. И здесь, а шляпы что такое? Ясно. Короче, немножко позже с этим разберемся. Вначале надо поизучать, наверное, локацию. Что случилось действительно, то мы будем тут сейчас непонятно что делать, когда даже песика своего не нашли. Так, как чайник мог залететь на самый верх люстры? И как я смогу его оттуда достать? Так, сейчас осень, почему же все покрыто снегом? Канзас, необычно теплая осень в этом году. Ну, в оригинальном произведении тоже все произошло в Канзасе. Так вот, видите, что-то надо сделать, а что мы не знаем. Так, у нас есть ошейник Тото. Горячая вода. А, свисток. Ух ты, где ты, бедненький. Toto, don't worry, I'll help you. Так, что еще? Используйте сломанные плитки, чтобы создать подходящее отверстие для Тотошки. Выберите фрагмент и переместите его в соседнее место. Так, задача ясна. Потерпи, дружок, сейчас мы тебя вытащим оттуда. Это обязательно. Грязный Тотошка. Так. Здесь надо лампочка. Ой-ой-ой, смотрите, как интересная сцена поиска. Так, у нас там были какие-то достижения, связанные со сценами поиска. Во-первых, наверное, надо найти много предметов очень быстро. Это определенно. Так, овальные круглые колючки. Ой, боже, тут что-то все такое мелкое-мелкое. Что ж тут искать? Так. То есть оно ищется вот таким образом, да? Так, надо чем-то осторожно.
Я, друзья, что-то тут быстро нажимаю, но я, честно, не подготовился. Может быть, надо было все-таки как-то посмотреть, сколько там надо предметов найти. Ну да ладно, я, может, к следующему разу посмотрю специально перед записью. Сейчас сегодня будем просто в сценах поиска играть, особо не заморачиваясь. Ну, буду стараться аккуратно проходить их. Может быть, еще какая-то ачивка выбьется. Так, пшеница. Вот она. Потом посмотрим. Надо песика выручать. Так, ошейник. Все. Тут все схвачено. Я вот только призрачный предмет и что-то такое здесь есть. Нет, вот это я, честно, друзья, не знаю. Тут вроде бы вот здесь только про какие-то монеты все разговор идет. Давайте купим ему шарик-колючку. Все, пусть грызет. У нас еще есть 8 монеток. А это что, резиновая колбаса? Ну, пока только такая. Извини, друг. Чем богаты? Так, ладно, двигаем дальше. Не понял. Hey, stop! Bring back my dog! Я думал, он сейчас как помощник на протяжении всей игры будет нас сопровождать, а нет, смотрите как. Что за... где это я? Этот торнадо на самом деле подвинул мой дом? Hey, you! Stop! Oh no! Was someone crushed by my cabinet? По всей видимости, мы только монеты, друзья, будем искать здесь. Так, у нас сломик. Надо здесь вторую такую штукенцию, походу, достать. Is this? It looks like some kind of sorceress. Так, а это что такое? Магазин игрушек миссис Смит, ваш комплект рации доставлен. Спасибо, что вы с нами. Так, столько предметов, а делать-то пока и нечего. Еще одна сцена поиска. Так, я в прошлый раз неверный клик сделал, поэтому сейчас я постараюсь этого избежать. Может, тоже какую-то ачивку получим, соответственно. Но здесь что-то, смотрю, очень много предметов. Надо что-то с этим делать. О, железный дровосек, я уже вижу тебя. Ну, мужик вроде не очень такой, вы знаете. Выглядел не очень дружелюбно, если честно. Ну, не пугало, а страшило уже могли бы назвать. В соответствии с оригиналом. Так, вот это похоже на обувь, но это как-то... Ну, ладно, подошло, и слава богу. Так, что еще можно сделать? Угу, зелье вот... Торнадо. Я не могу поверить, что камера сделала снимки во время торнадо. Здесь есть некий направляющий камень.
Это и была та колдунья, прежде чем на нее упал комод. Теперь она заколдована. Что это у нее в руке? У колдуньи был рисунок какого-то волшебника. Это кажется мне очень важным. Так выглядел мост, прежде чем похититель разрушил его. Так, надо найти ключик, чтобы льва освободить. Это, а может, не ключик? Так, 4 кольца, интересно. Welcome to Oz, stranger. You must be a powerful magician to have summoned a tornado. I am the great and powerful Wizard of Oz. I can fulfill any wish for you, but you'll have to take part in my competition in place of the competitor that died. The sorceress. There are 3 statuettes scattered around Oz. Find each of them and bring them to me in the Emerald City. Then I'll make your wish come true and send you back home. These glasses will help you in your search. Да, тут совсем вольное изложение. Ну да ладно, в принципе, мы не хотели, наверное, оригинала, правда, друзья? Ведь не хотели же. Найдите 5 различий между 2 изображениями, чтобы понять, что здесь произошло ранее. Что здесь вообще пока отличий не вижу. Или они какие-то едва заметные? Но тут столько всего. Все мое воображение больше не видит ничего. И следы вроде нашел, и сугроб такой же, деревья вроде не меняются. А сосулек больше. It looks like the sorceress was waiting for a crow to bring her a message. But then the objects that the tornado brought started falling. They scared the bird, and it hid in the hollow. The sorceress hid a box there and went back to check for the message. She didn't know the tornado would be the end of her. Десять предметов за 12 секунд. Вот что мы еще не сделали. Жестко. Так, держи орешки, а мне нужна лампа. Печка. Что там за достижение? Я ничего вроде не сделал, мне уже ачивку дают. Так, что тут еще есть? Угу. Медальон колдуньи. Может, какой магический? Это похоже на фантастическую рогатку. Я так понимаю, можно вот эту штуку сбить. Так, вроде все.
Две прищепки. Ладно, вперед. Так, монет больше нет. Давайте продолжим скупать все дома. Не, давайте насобираем на домик, а то он сейчас замерзнет, бедный. Так, что тут еще есть? Find the statuette, Starty, then you can go home. Вообще, честно, довольно странная какая-то замануха. Найди что-то ему, и тогда это, знаете, как-то вот... Ты настолько могущественный, что можешь... целые дома переносить, то ты не можешь найти статуэтки, которые могу найти я. Это вообще заранее как-то странно все выглядит. Ну да ладно. Пока не будем придираться. Набор Оки-токи показывает вашего друга на дисплее. Только одна кнопка для нажатия. Идеальный звук. Да что вы говорите? Hey, I know you're hiding in there. What? Toto, you scared me. You're not the only one with a weapon here. Молодец, девчонка, реакция что надо. My dog, and put your hands up. Please, don't shoot. I'm unarmed. My name's Frank. I live here in Oz. Here, take your dog. Ты как, в порядке? Воки-токи можете дать. Прищепка, что ему сделать? I didn't know anyone was inside the house that fell. I only took the dog so the sorceress couldn't hurt him. Your wardrobe fell on her right as she was trying to kill me. I'm alive because of you. I'll help you any way I can. Did the great wizard send you to find the statuettes? I can help you plan a route if you find a map of Oz. Вообще, друзья, довольно такой, знаете, контраст. Вроде добрая сказка, такие цвета красивые здесь. И тут убиваем сразу колдунью. Как-то вот так все, ну, очень жестко. Что-то с ним не то, он не хочет гулять. Что тебе дать? Две прищепки надо определенно. Корзина. Может быть, в корзине? Боже, бедная собака. Мне так страшно за нее слушать. Я не знаю, ну... Эксплуатирует настолько жестко. Так. Западный камень. Это как раз то, что нам надо. Переставьте камни в правильные места. Ну, в общем, понятно. Первая статуэтка должна быть где-то на западе. Возьмите карту западной части страны Оз. Используйте свои серебряные башмачки и доберитесь до места, чтобы найти статуэтку. Так, ну, вроде бы эта локация, друзья, завершена, как и предыдущая, в принципе. West Oz is far away from here. The sorceress's silver shoes could take you there, but I only managed to grab one of them. Помню, Эля тоже... Эля, Эли. Have them both. I've marked the route on the map. Just put the silver shoes on the spot you want to go, and they'll take you there.
I'd go with you, but the shoes can only take one person. I wish there was a way for us to stay in touch so I could help you more. I can hear and see you. You must be a sorceress, too. Oz has become dangerous and full of dark creatures. Be careful, and good luck. Странный момент, друзья. Я хорошо помню, когда уносили Татошку, мне кажется, был не он, а было лицо вот этого волшебника, который к нам обращался и просил найти эти три статуэтки. А тут какой-то мужик появился. Я не очень-то честно удивлюсь, если в финале истории окажутся это одни и те же, ну, один и тот же персонаж. Ну да ладно. Странно все это просто. Так а как мне переместиться куда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте пять назад. Будем здесь. Пять. Четыре вперед. Четыре вперед, один назад и три. Это действительно волшебные башмаки, а это должно быть и есть западная часть страны Оз. What's that? It's no wonder people refuse to come here to look for the statuettes. Frank, there are misty creatures that look like ravens all over the place. Yes, you're in West Oz. The Wizard of the West once banished the ravens. When he disappeared, the creatures came back. Try your explosive slingshot. Maybe it could scare them off for a while. А зачем на поражение стрелять? Так, 20 семян. Вот это, кстати, друзья, определенно отличная возможность собрать искомые 20 предметов. Четыре волшебника когда-то защищали страну Оз от любого зла. Интересно, что с ними случилось. Ладно, тут в любом случае. Сейчас я подготовлю, друзья, платформу здесь для 10 предметов. Будет все отлично. Да эту ложку деть? Вроде бы никакой емкости я не вижу. Это кто? Волшебник западной страны Оз?
Так, летать без метлы. Держи. Я не знаю, куда эту ложку деть. Единственный момент. Уже тут, наверное, точно 10 предметов, мне кажется. Давайте попробуем здесь ее использовать, что ли. Ух ты. Ну что, друзья, 10 предметов за 12 секунд, я думаю, легко. Так, что я где пропустил? Готово. Ясно. Нет. Так, солома. Угу. Да уж. Ладно. Есть. Ну, чё ты всё жалобишься? У тебя так всё прекрасно в жизни. Так, 15 для полноценной еды, а не этой ерунды, в которой мы ему подсовываем. Что дальше? Найдите 5 различий. Ну, в общем, в принципе, мы это проходили уже. Тут какая-то бойня произошла, слушайте. The tornado brought the statuette, and it fell on the roof. A man saw it and tried to get it down, but he failed. He fell, and he made a mess. Meanwhile, the statue slipped and fell through the open hatch. Бедная свинка. Ну, раз животинки живут, значит, не так тут все страшно. Вон, гуси гуляют, ослы, хрюшки. Значит, ничего тут такого криминального в этом месте нету. Так, с тобой разобрались. Ручка от люка. Бутылка с чем? С водой. Хорошо. Что здесь? Я уже, друзья, невольно потянулся сразу за рогаткой, но... А вот ты какой-то очень подозрительный товарищ, если честно. Еще серп такой, зачем? Зачем серп пугало? Он действительно, что ли, махать им будет? Вот кто так придумал? Так, я здесь не вижу, кстати, второй фигурки. Может быть, плохо ищу. Схожу-ка пока коровку покормлю. Сухая лаванда, символ тыквы. Так, что-то мне это ничего не дает пока. Так.
Что-то еще надо сделать. Внимание всех жителей, вас приглашают в особую исследовательскую группу, организованную волшебником Запада. Превратить пугало в человека и наоборот. Но я только такой пока вариант вижу. Еще такой может быть. Значит, сюда идти пока нельзя. А, можно пока здесь. Да, а дальше? Хорошо, может быть ты. Можешь быть ты. Вот же ж засада. Так, у нас есть такой вариант и есть такой вариант. И оба они, в принципе, тут одинаковые. Блин. Ну, с другой стороны, тогда здесь, получается, будет... А, тоже либо так, либо так. Вот же... Слушайте, задачка не так и проста, как сразу показалось мне. Вот это, наверное. Стойте, еще это есть. Да, и чтобы вас... Ну, давайте будем... импровизировать, а что нам еще остается? А вот две темных птицы вряд ли может быть. Тут что-то неверно будет. Блин, ну так ход за ходом не получается сделать. Куча вариантов всюду есть. Вот и ошибка, видите? А нет, все в порядке.
Я думаю, тут дело не в мячике. Что-то другое он заметил. Так, сундучок. Что же вам здесь надо? Пока не знаю. Давайте смотреть дальше. Вот в этом, друзья, и суть нашей с вами сейчас игры. Мы играем без подсказок сверху. Is that a living scarecrow? Why did it lock me here? I'd better ask Frank. Мы-то, друзья, не знаем главную суть. Зачем этому волшебнику эти статуэтки? Dorothy, are you there? Did you find the statuette? What happened? Describe who attacked you. If I know them, maybe I can help. Описать? Так я его, блин, не помню. Откуда я знаю, как он одет был? А, там сзади подсказка есть. Ладно. Ой. Тут все сложно будет. Это что такое? О, как он выглядел. Вот оно. Супер. Нос не такой. This is the dark sorceress's work. She revived the scarecrow to guard the statuette. It should be easy to defeat him. He's just a mindless scarecrow. Try to find the ingredients to make a smoke bomb, then you can throw it into the creature to blind him. Вы знаете, уже даже по манере, как выражается вот он, мне он абсолютно не нравится, этот вот якобы пострадавший, он там Татошка пищал. Я уверен, уже на более чем 90%, что это тот волшебник, который это все и затеял. Вот просто хоть что хотите со мной, то и делайте, я вот более чем в этом уверен. Не понимаю, что вот тут надо делать. Ах, вот ты какой умница, видишь? Оказывается, так, фитиль. Ой-ой-ой-ой-ой, а что ж вам надо тут от меня? Чтоб он был такой злой, он бы меня просто, формально говоря, мог бы и убить с таким жутким серпом. А, кстати, что я мучаюсь? Можно же вот это сделать.
Волшебник с запада пропал, вернутся ли теперь вороны? Газета. Известь. Надо чем-то порезать, скорее всего. Здесь одного животного. Вот тут что-то сделать получается надо. Но что? Фитиль есть. Банка есть. Газета есть. Осталось... А, еще лаванда. Она, кстати, да. Если я не ошибаюсь, друзья, лаванда, кстати, отпугивает моль очень хорошо. Никаких пшикалок не надо. Просто лаванду поставьте в комнате, и вся моль вымрет там очень-очень-очень быстро. Так. Сюда я засуну, естественно, бомбу нашу импровизированную. Здесь надо поместить наших животных. Одного только не хватает. Как эту известь выскребсть, я не понимаю. Все вроде бы попробовал. У меня ничего острого нету. Значит, что-то я упускаю, скорее всего. Стоп. Нет. Ну вот и что я не так делаю? Вот это что такое? Я вообще понять не могу. Ну... Тут даже в теории не знаю, что тут использовать можно. Так. Мне не хватает только извести. NH3, NO4. Тут ничего нету. Тут пусто. Дальше. Попробую все, потому что вариантов других нету. Тоже не то. И что мне делать? Вот попадос, блин. Здесь надо фигурка, но это определенно здесь других вариантов, в принципе, быть не может. Да и здесь надо, видимо, эту бомбу использовать, то есть тоже как бы без вариантов. Может где-то что-то крутится, можно как-то перевернуть, там с другой стороны ящика посмотреть. Нет, ничего. Значит, вся загвоздка вот здесь. Так, предлагаю купить ему шляпу. Давайте на все деньги. Как раз ровненько выходит. О, нормально. Мы же зимой, правильно? Вот, все. Ах, шляпы шляпами, а что делать я... А может зажечь? Ага. Все, я понял. Это, блин... Так, это сюда, елки где-то, нет? Так, ну давайте солнышко сюда, не солнышко, странно. Так, ну мельнице надо точно лопасть, волшебнику шляпа. А тут что? Лес, может это не лес, а тут пугало должно стоять. На небе... Еще одной вороны не хватает. Так, эта сказка закончилась. Дальше.
Голова волка. Посох волшебника. Часы. Снежинки. Ёлка. Four wizards used to rule over the different parts of Oz. The Wizard of the East, known as the Great One, was their leader. The wizards protected their lands from evil and helped the residents. But then three of them mysteriously disappeared. Dark forces returned and started terrorizing the people. Many were suspicious as to why the Great Wizard would look for the statuettes instead of protecting Oz. Может, статуэтки-то и есть волшебники превращенные? Вот это я пока не знаю. Кашляет как человек. Бедная собака. You're human. Please, I need it. Now it's turning into a real competition. There's only one other competitor left. You'll have to hurry if you want to win. Get away, you beast! That's for pay! Get him away. I promise I won't hurt you. Toto, drop it. I don't remember who I am or how I got here. It's like my brain is gone. All I remember is waking up here surrounded by ravens. Then a wizard appeared and promised to help me if I got the statuette. Here, take this. I won't bother you anymore. I just want my brain back. Ну, перевод, конечно, да. А вон и хрюшка, которая нас преследовала постоянно. Так, тут где-то еще одна монета есть. Вопросы, где эта монета? С
Сломанная удочка. А, вон она. Я думал, сейчас придется морковку искать. Так, удочку взяли. Ху-ху-ху-ху. Так, и что же мне тут еще искать? Тут жук нужен. Так, надо посмотреть еще раз внизу. Все ли я тут поделал? По-моему, не все. Да, еще известь осталась. Где тут змеи были? Такая это что такое? Где тут змеи были? Я точно помню, здесь змеи были. Ничего не понимаю. Стойте. Что тут сделать надо? Вот здесь что-то... А, там, наверное, секатор лежит. Угу. Ключ-лук. Нет, не сюда. Стойте, а где еще тогда одуванчики мне надо? Так, наверное, пора все уже заканчивать, потому что я уже начинаю очень сильно тупить. Собаку пускать жалко. Тут что-то было только что с этими одуванчиками. Я что-то не могу понять, где я их только что видел. Ну, или мне кажется... Я сам себя обманываю. Может, кастет тебе дать? Ему коса, скорее всего, надо. Хотя зачем ему коса? Кастет вообще такое оружие хорошее.
Если разбить стекло, допустим. Вот зачем мне кастет нужен был. Думаю, кому тут что бить придется? Это ж как-то жестоко для игры. Вот, одуванчики. Значит, я их не видел. Значит, с колокольчиками все-таки перепутал. Так. Слоты. Туманные вороны превратили западные земли в настоящую пустыню. As a reward for his help, the Scarecrow was taken to the wizard's house and treated like a regular man. Угу. Мне вначале показалось, что это на самом деле волшебник превращенный, может быть, но нет, это все-таки кто-то другой. The wizard! I remember! For the sake of the kind West wizard who took me in, I will help you fight those evil creatures once again! I don't need this. I'm not a scarecrow anymore. Would you help me find the arm the wizard made for me? Как не сюда? Я уже обрадовался. Значит, костяной знак. На, кстати, можно еще с известью поработать. Так, и сценопоиск. Отлично, друзья, то, что я и хотел. Все. На сегодня мы заканчиваем наше прохождение. Вы знаете, друзья, я вначале подумал, что сюжет будет, ну, довольно банален и стандартен для сказок. Но здесь все-таки есть какая-то интрига. Я не знаю, чем эта вся история закончится. Точнее, предполагать я могу, естественно, но я вначале никак не мог уловить суть. Как-то вот все как-то так все фрагментарно, что ли, было. То есть мы оказались, никаких лишних вопросов, туда-сюда, какие-то статуэтки. А потом я начинал потихонечку понимать, в чем суть дела. И все-таки у меня вот такая вот идея, что вот этот вот товарищ, который находится на другой стороне провода, хотя тут никаких проводов нету, но это образное выражение, он и есть наш вот этот вот злобный восточный волшебник, который, видимо, причастен к исчезновению остальных трех. С другой стороны, может быть, он, у него какие-то благие намерения, но вот эти вот выражения тупое пугало, убей их, это как-то вот, ну, вы знаете, не выглядит со стороны, что это слова добропорядочного или хорошего, доброго персонажа. Как-то так. Ну, посмотрим, что будет дальше, но вопросов к геймплею у меня, в принципе, нету. Все довольно интересно. Логично, это скорее я где-то немножко тупил, вот, чем разработчики что-то там придумали такое, что в реальном мире мы как-то вот не использовали или не действовали бы точно так же. Спасибо большое, друзья, за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока и до новых встреч.